Добрый вечер. Вы гости господина Зафера? Да. Прошу, ваш столик готов. О, вот это стол. А где же они? Я не могу терпеть, когда здесь столько еды. Господин Тахир, добро пожаловать. Здравствуйте. Только что звонил Зафер, у него спецзадание. Он сказал, пусть садятся, едят, пьют, не обижаются и будут моими гостями. Спецзадание? Вот это да. Надо же. А Нермин? Не будет никакой Нермин. Приятного аппетита. Я налягу на еду. Рассказывай, пока я буду есть, иначе я не пойму, потому что очень голодна. Тут понимать нечего. Они решили оставить меня с тобой наедине. Вот и все. Зачем? Зачем? Откуда я знаю, зачем? Сама догадайся. Бред какой-то. Ты мне как брат. Это уже слишком. Это Зафер додумался. Зафер. Мы еще от него настрадаемся. Вот это да. Ну и ладно. А мы над ним подшутим. Мы покажем ему, где раки зимуют. Мне в голову пришла отличная идея. Запишите все это насчет господина Зафера. Вы можете сфотографировать нас с Умаром? Поверни голову. Ну, давай. Все, достаточно. Большое спасибо. Ты чего только не заказала. Как он будет расплачиваться за это? Ему и этого мало. Мало. Сидите, я открою. Это наша любимая соседка. Фелис? Я приехала. Здравствуй, с приездом. Привет. Проходи. Здравствуй, дочка. Здравствуйте. Приехала на свадьбу? Не, дядя Бахатин, я навсегда приехала. Я теперь местная. Наша юридическая контора открыла в Бурсе филиал. Асия, язык проглотила? Что не так? Фелис, я рад, что ты приняла такое решение. Действительно, так и надо. Нельзя жить так далеко и совсем одной. Правда, Асия? Да. Конечно, так и надо было. Фелис, расскажи-ка, когда ты уезжала, у тебя были подобные планы? Или когда ты приехала туда, ты неожиданно соскучилась по нам и вернулась? Потому что в Бурсе есть юридическая контора. Погоди, дочка, погоди, не морочи ей голову. Ты завтракала, дочка? Ну вот, видишь? Беги, принеси тарелку. Сейчас. Сейчас принесу. Сейчас. Дочка, звонил твой брат. Говорит, мы должны быть на свадьбе Зафера, как его родители. Думаю, это правильно. Если я уеду, ты побудешь здесь одна? Мама, я тоже хочу быть на свадьбе. Я тоже поеду. Не волнуйся, я в порядке. Я хочу быть рядом с Зафером, мама.
Хорошо. Но сначала мы должны спросить доктора. Ладно? Я еду на свадьбу к брату. Главврач разрешил. Я съезжу на 3 дня и вернусь. Носи этот камень с собой. Этот камень запомнит все, что ты видела и что ты делала. Потом вместе посмотрим. Ладно. Открыто мне призналась, Алиха. Сказала, что влюбилась в Ильяса. Призналась в этом, глядя мне прямо в глаза. А потом она в одно мгновение поехала в Стамбул и перевелась по работе сюда. Теперь она, как выжидающая добычу пантера, набросится на Ильяса. Теперь нам все мало не покажется. Это точно. Асия. Глупая Асия. Как ты меня утомляешь? Разведись с Джамшидом и вернись к Ильясу. Если ты так злишься, что кто-то увлекся Ильясом, то тебе нужно действовать. Он 100 раз просил тебя вернуться. Пока вы были на похоронах, он как сумасшедший рассказывал мне. Асия бросила меня. Они теперь стали одной семьей. Убивался. Чем дольше ты замужем за Джамшидом, тем больше отдаляешь от тебя Ильяса. Но он сам еще не развелся. Пусть не разводится, Асия. Если разведется, что будет? Что изменится? Вы будете жить вне брака. Хватит уже. Сказать тебе кое-что. Ты боишься быть Ильясом. Ты не доверяешь ему. Ты постоянно боишься, что его кто-то уведет у тебя. Хватит. Я уже не знаю, как ему сказать, что ты любишь его. Да, он совершил ошибки. Но ты тоже совершала их. Вы теперь взрослые люди. Смотри. Адвокат. Зайди к одному из них и разведись. Ступай к адвокату. Посмотрим, сможешь ли ты. Давай, я подожду здесь. Если ты так боишься, что молоденькая девушка захмутает Ильяса, зайди к одному из них и разведись. Приди к Ильясу, верни своего любимого. Борись за свою любовь. Это так трудно? Не можешь? Сказать тебе, почему ты не можешь? Потому что ты влюблена в Джамшида. Салиха, как ты можешь говорить такое? А что, неправда? Почему твое сердце не может смириться с тем, что ты полюбила кого-то, кроме Ильяса? Это неправда. Я пытаюсь выбросить Ильяса из сердца. Да, это правда, но я не могу. Потому что Ильяс и есть мое сердце. Как человек может выбросить свое сердце? Ты моя давняя подруга, Салиха. Постыдилась бы. Асия! Асия!
Да, я купил ей дом. Я пожалел ее. Она одинокая, беззащитная женщина. Ее может всякий обидеть. Пошел и оформил на нее дом. Полностью обставил ей весь дом. А она что сделала? Она сейчас не открывает мне дверь. Видишь ли, пока она разводится, пойдут слухи. Ты только представь. А знаешь что? Я прекрасно знаю, что со мной будет. Я четко осознаю, что меня ждет после этого. Она разведется и на этот раз скажет: «Я разведена, женись на мне». Я в этом уверен. Храни тебя, Всевышний. Но тебе сегодня повезло. Держи. Это маленький презент от друга. Что в этом конверте? То, что тебе очень понравится. Снято в нашем отеле. Так это же долговязый Тахир. А это младшая сестра Ильяса. Зачем ты мне их показываешь? Этот человек подал на развод со своей женой. Если госпожа Ича предоставит эти фотографии в качестве доказательства в суде, она обязательно что-нибудь поимеет с этого типа. Имущество, деньги, алименты. По крайней мере, она отстанет от тебя. А то, боюсь, она выжмет из тебя все соки. Интересно. Очень интересно. Сейчас, погоди. От друга. Джош-кун! Да? Сынок, иди сюда. Ты сейчас возьмешь эти фотографии и незаметно подложишь их под дверь госпожи Ичи. А потом возвращайся сюда также незаметно, понял? Все сделаю, не переживай, шеф. Я на тебя полагаюсь. Беги скорее, беги. Ипек, с приездом, доченька. Как дела, папа? Нормально, дочка. Ты как? Пойдет. Как твоя рука? Неплохо, дочка, неплохо. Хотя бы боли прошли. С приездом, госпожа Сихер. Я соскучился. Здравствуй. Иди к себе в комнату и отдохни немного. Я устала. Пойду прилягу. Что получается, господин Бахатин? Я уехала на 2 дня, а ты воспользовался моим отсутствием и впустил домой женщину. Что? Какую женщину? Ты с ума сошла, Сихер? Какую женщину? Кто тебе это сказал? А еще обманывал меня по телефону. Все соседи видели, что Марьяман провела здесь ночь. Марьяман здесь не ночевала. Она один раз пришла проведать ребенка и сразу ушла. Ты что? Когда я тебя спросила, это ребенок плачет? Что ты сказал? Что ты сказал? Ты сказал, что это телевизор. Что ты вытворяешь, господин Бахатин? Сихер, дверь открыта. Ипек? Неужели это Ипек вышла? Ипек? 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 Чтоб тебя с твоей Марьяман. Бахатин. Что? Ее нет дома. Только этого не хватало. Братишка, заказать тебе огромный донер. Со сливочным маслом. Давай, поднимайся, вставай. У меня у самого слюнки потекли. Мне не хочется, Мустафа. Спасибо. А что? Что ты хочешь? Скажи, что ты хочешь? Я тебе что угодно закажу. Я бы хотел, чтобы мои родители тоже участвовали в подготовке к свадьбе. Чтобы в доме была жуткая суматоха.
Была кутерьма по поводу свадьбы. Они бы ругались. А отец давал бы мудрые наставления и советы. Они бы бегали в панике. А мы бы с Нармин посмеивались над ними. Вот чего я хочу. Что я надену на свадьбу? Какие туфли я надену? Как уложу свои волосы? Посоветуйте, замучайте наставлениями. Но нет же. Я оказался никому не нужен. Боже, Ипек идет. Джошкун, закрывай дверь. Джошкуна нет. Османчик. Любимый, дома не осталось никакой еды. Давай поужинаем с тобой где-нибудь. Наедине. Сбежим с работы. Ты устал. Ну же, давай, любимый. Не заставляй меня ждать. Конечно, конечно. Давай сходим. Давай. Ужас. Она окончательно спятила. Она, наверное, забежала из больницы. Я иду, иду. Вот и я. Пришел, идем. Прошу, прошу, после вас, госпожа Ипек. Пожалуйста. Прошу. Ответь мне, Сия. Ты меня тянул за язык. Ипек, расскажи, как ты провела время в больнице? Ты выглядишь очень отдохнувшей, к счастью. Ты просто пышешь здоровьем. Спасибо, дорогой. Я в полном порядке. Прекрасно. Кажется, тебя выписали. Когда вы приехали? Нет, я отпросилась. Мы приехали на свадьбу Зафера. Но не знаю, может быть, я не вернусь туда. Потому что мне совсем не хочется. Ипек, прошу тебя, не совершай безумств. Что это? Записывающее устройство. Я забыла его включить. Теперь все записывается, имей в виду. Ну, конечно, нашел время, когда разрядиться. Ты что-то сказал, милый? Нет, у меня телефон разрядился. Должен был позвонить клиент, а теперь не дозвонится. Что поделать? Как прекрасно. Посидим наедине, вдали от техники, правда? За твое здоровье. И за твое здоровье. Не пришла? Нет, не нашел. Зла не хватает. Сихер, я тебя умоляю. Если бы я ее нашел, то она была бы со мной. Надо думать. Я пошел в магазин Османа, он был закрыт. К счастью, был закрыт, иначе там бы мог произойти какой-нибудь инцидент. Бахатин, не упрямься. Мы должны обратиться в полицию. Она теперь может быть опасна. Нет. Никакая полиция до свадьбы сына об этом знать не должна. Не должна, слышишь? Но... Поняла? Мы не можем опозорить его в этот счастливый день, ясно? Раз ушла, значит ушла. Она вернется, она придет, не переживай.
Если не придет, я снова пойду искать ее. Подождем, потерпим.